Что ты вообще ничего не приходит? Невский! Вещества, эски вещества. Вкинулись прыть. Да иди нахуй, блядь. Да он не веник, чуч-пау-пау. О, ништяк. Нюхаем кокос с братишкой. Буду флексить новой тишкой. Поделюсь с ним свежей сишкой. Потом вместе дунем шишку. Я вчера проснулся рано. Танский там молюсь на син. Я тут Матвей флексит. Мы... Саньком, йоу. Мы убили трех ментов. Это похуй, весь порох наш. Весь раз растворился с пивом. Йоу. И отправлять не хотел вам даже эту информацию. Не знаю, пока посплю. И спать? Да. Раскисит. Разбуди меня, Дахар, выставай. В Москве у меня там уже концерт будет в марте. Какого-то числа, я не помню. Меня, кстати, в Уфу позвали играть. Играть? Тебе ж нельзя выезжать из страны. Я знаю. Это мы не едем. Но если сложится так обстоятельства, то... У меня будет выходить не епишка, а альбом. Сложится обстоятельства, то я там в конце февраля как раз понял, я из Уфы сразу к тебе на концерт приеду. Ну решим. Да, это Паша Техник. Шатаут Паша Техник. Меня Карина бросила. Гуляем с Пашком. Альбом в процессе, чуваки, пишу. Пока не буду ничего обещать. Но вы охуеете, это вас уверяю просто. Инфосотка. Что видел Билли Эллиш под твой трек флексила. Чего? Надеюсь, это правда. Да, чувак, было бы клево. Да. Да, я в ДД. А не в ЧС, сейчас добавлю его. Чё? Бежит гусь, я ваш рот шатал. Вон и крыса. Жесткая крыса. Она меня расстроила. Она с монголов в трансляции, братан. Кто такой монгол? Тимур Тугабей. Привет, братик. Ты великий человек. Мортимор. Привет. Привет. Хочу, чтобы Тимур Тугабей стал моим личным телохранителем. Личным менеджером. Да хватит мне менеджеров. Мне так их 7, 8, 10, 15. Много. Альбом, скорее всего, да, что в 19 году. Ебать, как красиво, пиздец. Охуеть. Хочу фотку там. Это не совсем формат такой, как старый. Сколько я заебался писать такой музон уже. Мне он разнравился. Не могу вообще слушать свои старые треки. Меня они заебали просто, пиздец. Поэтому я написал что-то новое. И это что-то новое. Бля, короче, полная пизда будет. Спойлер, там будет закос под АК-47. Закос под АК. Я есть АК-47.
Рэп какас, братан. Рэп из-под дохтей. Вася, а не Витя, ебать. Спасибо. Жду интересных вопросов, чуваки. Кевин, брат, салам. Килла, блядь. Ложись спать, чувак. Мы еще вечером будем висеть. Ну, военкомат на Бикетово стоит. Метро. На Туре? Да. Харьковским пацанам до веща. Что на Бикетово метро стоит военкомат. Будьте бдительны и аккуратны. Чуваки, я в процессе пишу альбом. Не хочу спешить ни с чем. Типа, не хочу делать это на скорую руку. Хочу сделать это качественно и охуенно. Поэтому я не выпускаю нихуя. Типа, это бессмысленно, я считаю. Типа, делать на скорую руку, лишь бы, блядь, собрать дохуя лайков там каких-то. Не знаю, полная хуйня, как на мне. Я хочу сделать охуенный альбом. Это будет мой первый альбом, он будет охуенный. Не хочу делать хуйню. Хочу делать охуенно. Поэтому придется подождать. 13 лет. Там, типа, уже готовые есть треки, и я могу вам сказать, что это, блядь, вы просто охуеете. Реально. Фитас, платины нету. Шутаут платина. Эй, биг бой. У меня есть фит. У него есть фит с платиной. Да, фиты будут на альбоме. Я же выкладывал сниппет, будет фит с зелаками. У меня еще есть фит с Укжимака. Ок. Добрый, продакшн в основном мои пацаны будут. Работаю с пациками со своего города. Это Торпор, Биги. Пишу панку уже месяц, чтобы он мне скинул битов, но он не хочет. Уже, блядь, не ход. Вот его прошу, брат, скинь. Он меня морозит. Заспамьте панку директ, чтобы он мне битов скинул. Я же только что отвечал по поводу альбома. Кизару, твое отношение. Я не знаю, я Кизару почему-то добавил в черный список. Я хуй знает что. Типа, я бы даже ничего не писал, ничего не говорил про него. Я решил честно. Такой, блядь. Блядь.
Курлик. Сука. Дела класс. Вот так. Супер. А я натыкался на какую-то трансляцию, там, где Кизару говорит, они сперва все про меня, типа, пиздят, а потом у меня воруют, типа, все. Вот, если он серьезно, типа, думал, что я, типа, сделал тренд из-за него, это очень жестко. Да-да, я вот просто... Не знаю, зачем брать столько так много на себя, типа, хуй знает. Смешная хуйня. Фейсу, блядь, нормально отношусь. Привет, Фейсу. Лил Кристи, привет, бро. Ага. Настя, тут... Вы одно имя говорили, а Виктор назвал по-другому это имя. Ну, на букву О, на букву О. Ордари, а вы Орда говорили, а его зовут Ордари. Что ты? Я сплю. Понял вас. Прощайте, пожалуйста. Возбуждающая поездка. Утомляющая. Ну, я же вам тогда говорил, что можно лучше бы на метро. Метро? На 15 минут вы были бы на месте. Эх, ну мы что-то... Я вам говорил. Провтыкали. Я бы вас на Крещатике метро сели, вы бы прямо в метро вышли бы, вам же туда на этот... Ну да, да, нам на вокзал же. Ну, короче, поедем, наверное, обратно на метро. Дом Патона, что этим. Тут пробки, да, везде? Да, час езды минимум. Жесть. И денег сэкономите, зачем выбрасывать? Сели в метро Лесная или какая там? Ну да, да. Через О или через А первое? Я, говорит, готовлю вкусно. О, Р, Д, А. Орда. Орда. Да, в Украине заебись. А, Р, Д, А. Покажет перед тем, как платить банки. Вам. Ну, не, даже не вам, а вот что люди скажут. Хорошо, мы делаем, но он показывает нам. Деньги он показывает. Ладно, хорошо, сейчас буду. Ну, можно я покурю еще, да? Даже убрать. Я покажу фокус. Хорошо. Почему неудачный? Он удачный, он так и должен был произойти.
Тишка, брат, привет. Маша, мне не надо за советскую власть. Вы знаете, я сам сам рублю их. Вы слышите каждый разговор, когда с ними разговариваю. Тут я им не буду вкладывать. Бля, про альбом уже заебался говорить, если честно. Уже 300 раз рассказал. Кто не услышал, короче. С альбомом я не спешу. Он в процессе написания, я его пишу и пишу. И типа не хочу спешить с этим. You feel me? Да, тур по России планируется. Слава, привет. Ваня. Нам не кэш, нам не тро... Поход нам не твай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сука, это мой флоу. Я летел снова на солдо. Оставил автор там. Не могу обещать, что Альбик будет в этом году. Пока что еще под вопросом. Сам не знаю, честно. Типа... Трек пойдет. У меня всегда по-разному. Я Savage Buff, эй. Ты уебан, эй. Меня кто-то накурил. Я куда-то улетел. Что будет в Ристуле? С тейпом. Бля, мы когда-то давно хотели с тейпом сделать трек, но что-то не пошло. Я это у тебя хочу спросить, Ваня, когда ждать жесткий панк-рок, потому что я там слышал отрывки. Ты вообще жесткий тип. Возьми меня на альбом свой. Да поебать мне на вашего Кизару, блядь. Заебали с этим Кизару уже. На мне Supreme. Новый сезон Fortnite и вообще пушка. Я уже купил Battle Pass и ебашу. Почему симбиотик так похож на Пашу? Братан, почему ты похож на Пашу? Братик спит. Дред, почему я дред срезал? Да не знаю, просто типа чилили с корешем в Одессе, и он такой, бля, я пойду сейчас стричься на лысо, я такой, о, я с тобой, и все. И подстригся.
Саныч, привет, братик. Не знаю, дреды снова, хуй знает. Не знаю пока что. Мне 19 лет. Залетел снова на солдат. Блок сигарет. Ваня, let's get it. Let's get it. Пау, let's пау, get пау. It. Кашемир на блок. Кашемир на блок. И Суприм достал глок. Пау, пау, ты упал. Весь твой рэп, бля, уебан. На твое мнение, Клау. А, наслаждайся минусами. Делаем, дерьмо мы сами. Что ты, брат? Знаешь, что я дура. Как дела, брат? Это что, ебай? Cold Simmons? Контртеррорист Вин. Чё ты делаешь? Сижу, братан, сижу, пержу. Нормально. Чё, вас выпускают? Ой, ебать, у меня шмятина на башке осталась тут. Передавился, да? Сейчас, сек, брат. Можешь поговорить пока с диджей Симбиози? Брат. Ваня Акура. Ваня Букин, здорово. Симбиотик, слышишь, тебе кассету отправил. Будешь слушать? Мне кассету отправил. Да. А футболку отправил? И футбол. А коробку с пиздюлями? Это, блядь, при получении, нахуй. Окей. Что ты? Залетишь ко мне на альбом, чувак? Бля, братан, я залетаю только на солдат. Чувак, его альбом называется «Соски свиньи». Соски? Свиньи, да. Там есть песня «Въёб на улице Вязов, ты обязан на ней». У нас просто в Харькове, понял, все въебывают друг друга постоянно. На улице Вязов? Я убитый, убитый. Слышишь, Симбиотик? А. А ты тоже с Мортычем в отделении живешь? Чё? Ты тоже с Мортычем в отделении живешь? Да, чувак, мы сидим. Братан, дай адрес. Отделение, блядь. Я просто не ебу, как у вас там, правильно? У нас отделение. У нас есть отделение. О, братан, я тоже в Суприме, смотри. Мама не давала на Суприм бокслога худи. И я на траву на худи. Чё-то там, блядь, груди. Что ты знаешь обо мне? Что ты знаешь обо мне? Ты да. Ничего не знаешь обо мне? Ничего не знаешь обо мне. Мне не нужен все суп. Все бриллиант танцуют на мне. Все бриллиант танцуют. Бриллиант танцуют. Нужен суп. Да суп. Так а ты что, брат, дома висишь? Ну что, я работаю. А что, Валя, у нас там богема дропнулась, все новое, новенькое, да, там? Новенькое, да, шмотик.
Бля, я жду сережки, пиздец, они охуенные. Бля, миллион заработали, может, на это. А что это за прикол, чувак? Это реально, типа, реклама, типа, вы делаете какие-то рекламы с типами в каких-то новостях, типа, это что это за прикол вообще? Я думаю, охуел. Это диктор новостей, типа, прорекламировал. В натуре вы тупо дали ему шмоток, он типа, бля, что? Люто нахуй. Ничего не дали, он просто респект. Охуенно. Ну вы русаки дикие, ну. Так что когда в Украину, братан? Бля, да никогда, бля, хуй меня пустит. Бля, пиздец, конечно, хуёво это всё, что... Бля, симбиотик на катере своём выкатил, хуй знает. На катере? На лодке. Да, лодочник, ебать. Слушай, бля, ФСБшников ездил, дразнил, блядь, да ёпт. Это он всё спровоцировал, чувак. Я с кентом Дани и лёду. Альбом. Да он всё виноват, да. Думаю, что за пожар там, симбиотик, это соски свиньи. Это все ради сосков свиньи, чувак. Все думали, что война началась, это, блядь. А это все в ёб на улице Вязов, чувак. А я всего лишь альбом начал писать, понимаешь, что будет после дропа. У Юры скоро выйдет песня, она называется «Я молодой бобер». Я слышал. Я молодой бобер. Бобер. Твое дерьмо, я тупо спёр. Бревно. Симбиотик гений нашего времени. Да. Ну, лучше типа. Сломайте. Короче, брат, я тут подъезжаю на местность уже почти. Поэтому у меня мобила садится. Я сейчас в Рок-Магаз еду, короче. Тариться. Броди, рад был, блин, слушать. Да, давай, братик, на связи, короче. На ген. Давай, обнял, брат.